Межвузовский фестиваль «Веритас» прошел на территории Одинцовского округа. В нем приняли участие более 20 лучших юридических вузов со всей России. Студенты пробуют свои силы в зале заседаний. Рассматривается гражданское дело по иску Акперова Руслана Исмаиловича в Линдов Светлане Михайловне об установлении порядка общения с несовершеннолетним ребенком. В зале заседаний строгий судья, секретарь, истец, ответчик, прокурор. Рассматривается дело по определению прав на ребенка. Все очень реалистично. Сегодня участники судебного процесса – студенты Одинцовского филиала Международного юридического института. Светлана, студентка третьего курса, выступает в роли матери. Мы открывали семейный кодекс, гражданский кодекс. Да, мы пользовались кодексами. Мы также смотрели передачи, в которых как суд происходит, все, гражданский процесс. Готовились ответственно. Родную альма-матер нельзя подвести. На ежегодный конкурс студентов юридических вузов «Веритас» приезжают ребята из лучших учебных заведений страны. Проведение судебных процессов в этом году впервые включили в программу. Для студентов это начинание было, во-первых, новым, а во-вторых, конечно, интересным. Все очень с удовольствием готовились, с волнением выступали. Не обошлось без каких-то погрешностей, ошибок. Но они же не профессиональные юристы, они только на пути к ним. И по итогам уже подготовки к судебным процессам и судебным процессам мы видим, что студентам вот эта вершина юриспруденции, правосудия, это нравится. При семинарские практические занятия в филиалах, в вузах будут проходить все чаще и чаще с разыгрыванием судебных процессов. Такая практика обязательно пойдет ребятам на пользу, говорят педагоги. Однако знание законов – лишь полдела. Важно уметь применять их в реальной жизни. Здесь уровень намного выше, поскольку в членах жюри мы видим представителей правоохранительных органов, судейского сообщества, сотрудников прокуратуры, адвокатов, судей. Поэтому у студентов совершенно иной уровень ответственности перед этим конкурсом, и они выкладываются по полной. На конкурсе «Веритас» ребята знакомятся, общаются, представляют творческие номера, но главное – делятся опытом. Их всех объединяет одно – любовь к профессии юриста. Юрист, мне кажется, это такая профессия, в которой, ну, хотелось бы всем побыть хоть раз в жизни, потому что знание законов – это действительно нам нужно всегда. И я думаю, что это настолько важно, что, ну, лично для меня это очень важно. Я хочу знать законы, я хочу помогать людям бороться с беззаконием. Этих целей Светлана обязательно достигнет. В Одинцовском филиале МЮИ для этого есть все. Лучшие педагоги, передовые образовательные программы, различные формы обучения. Среди выпускников – судьи, сотрудники правоохранительных органов, представители бизнеса. МЮИ готовит лучших юристов. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».